А техника есть техника. Вчера приехали, покосили. А мы тут триммером еще будем косить, я думаю, неделю точно. Это и так. Дай бог, чтоб триммер выдержал, как говорится. Трактор приехал тут за полчаса, все покосил. И так хорошо, так приятно. Так нам нужен мини-трактор, муж говорит. Мучились мы с этим навозом зимы. Сколько? Месяц мы там его сжигали, вот это все убирали. Приехал бы, был бы свой тракторок, раз там полчаса и все, и порядок. Так что, если есть у вас возможность, вы себе покупаете трактор. Ну, имею в виду, кто занимается фермерством. И будет вам легче. Вот куда они идут, не знаю. Здесь все вот покошено, только бери и глотай. Нет, им куда-то надо. Они еще что-то чудили, короче. Вчера все закрыло, все как обычно. Утром все ягнята были на улице. То есть за этой. Открыли себе калитку эту врата и пчухнули, короче, потихонечку. А мама не пролезли, потому что там нельзя пролезть. И все.